347 километров дорог и 263 дворовых территории отремонтировали в Чувашии в прошлом году. Итоги работы республиканского Минтранса и планы на этот год обсудили на заседании Кабинета министров. Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» в этом году выросла в национальный проект. Масштабный ремонт ждет всю сеть региональных дорог Чувашии и местных дорог Чебоксарской агломерации. С 2019 года планируется отремонтировать 74 километра автодорог регионального и межмуниципального значения. На местной сети автодорог Чебоксарской агломерации запланированы дорожные работы на 29 километрах. Финансирование на этот год 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Ключевые направления реализации нацпроекта обозначены. Это наша, как бы сказать, задача — создать условия по обеспечению безопасности дорожного движения как для водителей, так и, соответственно, пешеходов. В прошлом году установили 13 комплексов фото- и видеофиксации. Это позволило снизить аварийность на дорогах. В 2019-м установят еще 25. Отдельная тема – мобильные камеры-треноги. За их установку отвечают частные организации, с которыми ГИБДД и Минтранс заключают госконтракты. Точки фиксации компании определяют сами. На аварийных участках, если будут ставить такие треноги, еще как-то можно согласиться. Но когда их ставят только на выгодных участках, это совершенно неправильно. У людей это вызывает серьезные нарекания. Лучше это вовремя исправить. В республике реализуются и другие проекты. Три дороги построят в этом году по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». По другой – ипотека и арендное жилье завершат строительство дорог в столичных микрорайонах Солнечный и Новый Город и начнут в университете. Татьяна Леонтьева, Бахтияр Велиев, Республика.